Приветствую подписчиков и гостей игрового канала Godboy. Сегодня я хочу попробовать сыграть еще в одну игру. На этот раз флеш игру, снова с канала Disney. Вот. Я улучшил свой комп, купил получше, помощнее. И теперь флеш игры не должны тормозить. Некоторые мы здесь уже играли. Вот. Вот эту я вот только что попробовал, она почему-то дальше загрузки не пошла. Было начало, там вступительный ролик, но загрузка на 0% застыла. Поэтому я пробую следующую, Jump the Shark. То есть, прыгай через акулу или что-то в этом роде. Давайте же попробуем ее. Вот, судя по всему, здесь не только Финес и Ферб есть, но и персонажи других сериалов. Но я не буду других играть, я буду в них, да? Потому что других я, кроме прочего, еще не знаю. Вот этого один выпуск смотрел с приветом по планетам. Остальных я даже не знаю, кто это. Ну и ладно. Вот их особенности. Ладно. Вот они такие, да? Нажми на стрелку, которая показывает... Как близко к красному. В общем, чем ближе к красному, тем мощнее будет рывок. Ну, почти. Кликай, чтобы подпрыгивать на всех видах акул. На Кенди спрыгнули. Ну, это, видимо, такая обычная игра, где надо... Сначала рывок, а потом, чем дальше, тем лучше. Чем дальше пролетим, тем лучше. Вы, наверное, уже много раз видели похожие игры. Я тоже. Ну да ладно, почему бы не попробовать. Попробовал сейчас я в магазин зайти, но мне тут пишет. Хозяин магазина пошел рыбачить. Пожалуйста, заходите позже. Ну ладно, смотрите-ка, тут можно увеличить на... Ой. А, не знаю. В общем, не буду пока трогать эту кнопку. Давайте еще раз попробуем. Колесо крутится довольно быстро, поэтому... Опа, вот это был самый... Ну, второй раз у меня уже лучше получается. Смотрите-ка. Ух ты, ну я молодец. Чем дальше, тем меньше акул. Я почти дошел до 300 метров. Так, я вангую, что в магазин я снова не смогу зайти, да? Ладно, давайте еще раз попробуем. Так, снова неплохо. На этот раз не очень. Вот такая вот немудреная игрушка. Видимо, для фанатов сериала. Ну, давайте попробуем кого-нибудь другого. Кого-то, кого я вообще не знаю. Да и ладно. Разницы так-то особо не ощущаю. Лучше всего подпрыгивать на акулах, которые едут на катерах. Ух ты, я на этот раз дальше 300 метров пролетел. Ух ты, надо
даже, тут уже препятствия начинаются. Давайте другого персонажа попробуем, вот этого. Не знаю, кто такой, ну и ладно. Да, не слишком... Интересная, в принципе, игрушка. Ну так, разок, по крайней мере, можно поиграть. С удовольствием. Давайте другого попробуем. Кто бы это ни был. Кикинит какой-то. Это, видимо, сериал такой, Кикинит. Кэндис, что интересно, плавает независимо от того, какого мы персонажа выберем. У меня все лучше получается. Первое препятствие прошел. Чуть дальше 500. 526. Так. Ну и что тут? Контино. Магазин мы все никак не можем зайти. Знаете, почему я думаю? Я думаю, как бы игру уже просто не поддерживают или что-то в этом роде. В том смысле, что может быть. Ну просто ее уже не поддерживают. Ну, то есть, может быть, онлайн. Ну, чтобы зайти в магазин, надо там куда-то онлайн зайти. А уже некуда заходить. Может, ссылки биты или что-то в этом роде. Последний разок попробую еще с Виносом и Фербом. Что интересно, они единственные, кто парно летит. Остальные в одиночке. Персонажи. А они вот парой друг с другом. Я, в принципе, не против. Почти дошел до 500. 495. Что ж, на этом, пожалуй, закончим. Вот такая вот прикольная игрушка. Если вам охота тоже поиграть, то вот ее ссылочка. Да, ну проще, конечно, не ссылочку записывать, а просто зайти вот на этот сайт, да, Games, Disney, Co.UK. Потом вот выбрать тут среди персонажей. Можно выбирать персонажа, с кем хотим играть. С кем игры мы хотим видеть. И вот тут про Финеса и Ферба, какие есть, их выбирать. Спасибо за просмотр.